Готовлю на ужин очень вкусную рыбку без заморочек. Рыбку нарезаю небольшими кусочками, посолю и добавлю специи для морепродуктов. В сковороду растительное масло, лук, морковь, болгарский перец, капусту, порезанную кубиком свежую, тушу минут 10, добавляю немного воды, если капуста суховатая, и добавляю квашеную капусту. Все перемешиваем и тушим овощи до полуготовности 50-60%. Затем добавляю перец красный, черный, специи, пряные травки, все по вкусу и соль. Свежий помидор или томатную пасту выкладываем сверху рыбку, накрываем крышкой и тушим 15-20 минут до готовности рыбы. Рыбка готова. Осталось добавить свежей зелени, укроп, петрушка, лук и с пылу с жару подавать к столу. Приятного аппетита!